а это изобретение могло изменить мир. Но по сей день этого мужчину считают шарлатаном. Советский человек Виктор Гребенников нашел антигравитационные свойства у насекомых, после чего создал изобретение, которое явно опередило время. Как описывал сам Гребенников, удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда ученые разглядывали в микроскоп покровы майского жука. Заметив особенность, он исследовал структуру подложки крыла и впоследствии повторил ее. И целых 2 года ему потребовалось, чтобы создать свою летающую платформу. Существуют задокументированные рассказы, как Виктор перемещался по воздуху на своем крафтоплане. А только секретов своих он так не рассказал. Больше тайн и загадок мы рассказываем в нашем закрытом канале «Смотри в шапке профиля и комментарии».